одном древнем-предревнем, глубоком-преглубоком, чистом-пречистом озере, где море опасности, случилось чудо. В маленьком снежном домике появилась крохотная, необыкновенно любопытная и очень смелая Юма. Ей придется в одиночку совершить путешествие на неведомые ушкальные острова. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений. Поможет ли Юме великий отец Байкал добраться до цели? Увидит ли она заветные острова? Смотрите в кинотеатрах. «Байкал. Удивительные приключения Юмы. Тайная история жизни».